Ну-ка, скажите, что? Ты гелевый медь, что ли? Что-что? Ты гелевый медь, это шарик дышал, нет? Нет. А что с тобой происходит? Со мной, да просто иногда, летом, во мне просыпается маленький ребенок. Ничего с этим не могу поделать. Отлично. Кстати, твой голос похож на, кстати, на, блядь, на три... На кого-то из детства, блядь. На кого-то из детства? Да, да, да. Сейчас нет. Что-то из советского или... В стиле Губки Боба или еще чего-нибудь такого. Не знаю, ты реально похож на человека. Понятно. Ты диктор, да? Что-что? Диктор, нет? Я... нет, я сталевар. Видите, я в цеху снимаю. Ну да, 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 вижу, вижу. Да. Шутник. Здрасте. Что? Мне знаком голос. Мы могли с вами встречаться в детском садике. Знакомый реально голос. Я так не думаю. Мы с вами абсолютно нигде не могли встречаться. Это явно. Явно. Но я мог вас где-то видеть. Ну скажите, как вас зовут? Давайте знакомиться. Дарина. Юля. Очень приятно. Меня зовут... Джон. My name is John. Девчонки, как ваши дела? Откуда вы? Мы из Калининграда. Из Калининграда? Да. Круто. У вас там как? Погодка? Ну, солнышко. Солнышко? А у меня в подвале здесь темно. А вы откуда? Вы... Я из подвала. 20 лет назад. Меня заперли в этом подвале. Я никак не могу выбраться отсюда. Блин, ну вот... Ну, жертвы сексуального насилия. Такое бывает сплошь да рядом. Ну, ваша улыбка мне главный подарок, девушки. Спасибо, что не переключили, потому что меня тут листают, как хотят. Здоровья вам, самого замечательного настроения. Самого потрясающего. Улыбки ваши просто очаровательны. Девушки, вы прекрасны. Ой, зачем так делаешь? Ой. Ты даже можно это... Попортить. Смотри, он нашу курение. Зачем так делаешь? Ты зачем так делаешь? А что за ушки такие? Просто ушки такие. Это что такое у тебя в руках? Это граната. Вот это что такое? А ты молодец, ты не теряешься, да? Это что такое? Да ну, нахуй, я оторвал. Потому что так нельзя. Ленина 8, напиши. Здравствуйте! Да, привет. Можно так не как кричать. Дела? А? Я говорю, можно так не кричать, дела нормально. А, слышно меня хорошо, просто порой меня плохо слышно. Не, нормально, вообще слышно отлично. Ой, у вас тоже. И видно, как дела у вас? Дела у меня отлично. Дела у меня, Никита, отлично. У тебя как дела? У меня хорошо. Откуда вы знаете, как зовут? Ой, ну, Никита, тебя сложно не узнать. Дай на всякий случай уточним. Ты же Никита Османов, да? Ну да. Понятно. 99-го года рождения. 2000-го. А, ошибочка у нас в базе, надо поправить. А из Новороссийска ты?
Ну да. А, ну все, значит точно. Точно ты. Ну как, Никита, у тебя дела-то вообще? Как поживаешь? Да ну хорошо, в принципе, работаем. Ясно. Зарабатываем деньги. Понятно. Воплощаем свои планы в реальности. Где работаешь-то? В строительстве? Ну, как сказать, не совсем. Ну, как далеко от строительства. Далеко? Подработка, я бы даже сказал. Подработочка, да? Самозанятый? В каком плане? Ну, налоги платишь? Начальник мой платит налог. То есть, ну, то, что официально устроен, он платит за меня налог. Понятно. А не подскажешь мне имя, фамилию начальничка своего? Сейчас скажу. Акопян Паруир Акопянович или Акопович, что-то такое. Как еще раз имя? Паруир. Паруир? Да. Паруир. Ну ладно, там отчество найдем. Ладно, Никитус, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное. Что? А вас как зовут? Ой, Никит, не могу тебе сказать, к сожалению. А почему? Ну, как ты знаешь, не принято у нас на службе рассказывать, как нас зовут. 19 октября 2018 года мы находились в Москве. Если не ошибаюсь, это Котельническая набережная. Я в географии Москвы слаб, на самом деле, там друзья проживают. Понятно, понятно. Ну, тем не менее, она как бы легко узнаваема. Вот, и, соответственно, ну вот, как... Что? Я могу вопрос задать, если вы не возражаете? Да, конечно, пожалуйста. Просто хотел поинтересоваться, судя по вашим навыкам и доступу, я не знаю, насколько доступно это приложение, хотел бы спросить. Вы работаете в сфере безопасности российской? Работали ли? На это нет, это не обязательно отвечать просто по вопросу. Ну, давайте, знаете, оставим это интригой. Я не к этому, я просто... Ну, вы сейчас, получается, мою страницу видели, вас не смутила моя фамилия в целом? Меня смущает, например, фотография Адольфа Гитлера в ваших альбомах. Здорово. Здорово. Ва-ва-ва, здорово. Ва-ва-ва, здорово. Ой, я сейчас обращаю, здорово. Ты наколдовал сейчас что-то? Ты с какой планеты? Ты Цоя слушаешь или Цой такой? Я Цой. Спой, да. Спой что-нибудь нам такое. Давай будем с тобой знать. Зажигай, диджей! Собрала я всех подружек на пижамной вечеринке. Послушали фанчиков, обсудили всех мальчишек. Я не могу. Нифига себе, ты хорошо поешь. Хорошо. А чё ты как грустно сидишь? Скучный вечер. Скучный? Тебе грустно и одиноко? Звони мне. 88888. Я сделаю твой вечер прекрасным. Как же туха? Отлично. Проповедник? Ну да. Немножко. Немножко? Ты можешь покаяться в своих грехах. Я каюсь в том, что натворил. Я сделал очень много плохих дел за свою жизнь. И в этом моя проблема. Я убивал людей. Я делал этот мир хуже. И я прошу за это прощения. Все. 10 отче наших и 10 Ава Мария. Hey, do you speak English? Yes, I am not Russian. Yes. What are you from? Russia. Russia? I know you're from Russia. I'm from United States of America.
but okay. Now I'm in Russia. I'm Russian student, but I'm from America. Yes. Он, короче, студент, он, короче, русский, он, короче, из Америки приехал в Россию, короче, студентом учиться. Yes. What does it mean? What does it mean? Пиздец нахуй, блядь. Пиздец нахуй, блядь. Yes, I know this. Yes, 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 I know this. You playing CSGO, CSGO? Sometimes. Иногда, иногда играю. А, ты русский? Ну, здравствуй. Именно тебя я и искал. Серьезно? Серьезней некуда. Ой, какой голос. Божечки. Все потому что у тебя проблемы с доступом к Joy Casino. О, боже. Я умею из скучной фразы делать очень, очень веселую фразу. Тут очень скучно. Это сказать? Ага. Тут очень скучно. Прикольненько. У меня офигенная камера. О, какой у тебя микрофон. У меня самый микрофон. Ну, это у тебя получше будет. Ну да. Мне вообще слышно нормально. Да, нормально. Юбку мне купи, да. Слушай, я в них вообще, братан, не разбираюсь. Я купил. Смотри, смотри. Смотри, это проволока. Это проволока. Это пяльца, на котором вязать вот это вот. А, я понял. Это носок. Только чистый, он чистый.